Тему. Кокусь, ребят. Ну что, в принципе, я думаю, время подводить итоги для себя. Для себя я понял, что игру я прошел. Сейчас я объясню почему. Но это будет финальная серия. И мы здесь строить ничего не будем. Я так-то чисто порассуждаю. Так что, кому интересно строительство, явно это не ваш ролик. Сейчас объясню, почему я думаю, что я прошел эту игру. Так как здесь нужно всего три вещи. Это вода, еда, кислород. Ну, то есть для нормальной жизни, для выживания, для существования. Давайте смотреть, если у нас это, обеспечили мы себя, либо нет. Потому что дальше играть в нее я реально не вижу смысла из-за того, что, к примеру, на добычу ресурсов, на добывание, у меня уходит очень много времени. Я могу, к примеру, за 6 часов того, что я тут добываю, строю, колопачу, украшу и так далее, получается, могу записать просто еще где-то 6 часов прохождения какой-то другой игры. Ну, я так для себя решил, что, в принципе, хватит. Я не записывал эту игру как гайд. Для прохождения гайдов много в интернете. А чисто понять, смогу ли я здесь выжить. Так что вот, у нас есть резервуар с кислородом. Он у нас заполненный больше, чем наполовинку. Дай пройти. И вот этого вам хватит полностью бака, я не знаю, дня на 3-4 игрового. Не внутри самой игры, а именно, ну, то есть в реальной жизни. Так что с этим, как говорится, есть, справились. По поводу теплицы. Вот это вот количество помидорок. Вот эти количества. Да, зайду. Вот этого количества всего вам хватит за по глаза. То есть наделать вот супов себе. Закинуть в холодильник. Еще и на продажу останется. Единственное, что здесь нужно, это побольше CO2, то есть углекислый газ. Чем больше будете сюда углекислого газа добавлять, тем быстрее у вас будет все расти и лучше себя чухать растения, потому что они питаются углекислым газом. Ну, то есть, я думаю, все об этом знают. Давайте соберем. Положим, сложим. Так что по поводу еды я тоже, в принципе, себя обеспечил. Я могу спокойно и на томатном супе выживать. Двигаемся дальше. Так, по поводу добычи руды и добычи всего. Не советую вам ставить такие автоматические рудокопы, потому что когда они доходят до конца, до финала, так сказать, до нашей магмы лавы, не знаю, что тут у нас, вот это вот все количество, которое оно вам может выдать. Все. Больше оно у вас копать не будет. Либо оно у меня сломалось, я без понятия. Как для меня, проще, к примеру, если у вас вот сейчас закончились вот эти вот все ресурсы, которые здесь находятся именно конкретно на планете, а все я чисто физически, наверное, не смогу их выкопать, потому что это будет очень долго и нудно. Я не знаю, мне, наверное, надо будет месяц потратить, чтобы это все выкопать. Если, к примеру, у вас закончилось это все, то все вот эти вот ресурсы, которые у меня здесь вот все есть. Что такое? Лом. У меня даже ломики здесь. Прикольно. Я добыл с помощью центрифуги и вот такой вот штуки бурильной установки, которая чисто добывает в такую грязную руду. Забрасывайте в центрифугу. И вот вам. Есть и железо, и золото, и так далее. То есть с этим тоже справились, с этим тоже, в принципе, есть чек. Хорошо. По поводу, чтобы я хотел бы вам, наверное, посоветовать, разделяйте на блоки ваши комплексы. Ну, то есть жилой комплекс для добычи там кислорода, для добычи там еды и все остальное. Ну, то есть, как я сделал, я здесь разделил, и вот у меня энергия идет конкретно на этот блок. Ну, то есть, они не соединены. Если здесь у меня что-то выйдет из ладу, не знаю, там взорвется, либо батарея испортится, либо еще какой-то там марсианин прибежит и мне напакостит, то у меня здесь будет спокойно все работать. Ну, то есть, там построили себе какой-то там кубик 4×4, энергию провели, рассчитали количество солнечных батарей и ветрогенераторов, которые вам нужно, поставили и дальше двигайтесь. Ну, чисто для себя так решил, что соединять все вместе нету никакого смысла. Так, двигаемся дальше. Что у нас тут еще есть? Чего тут у меня есть, чего тут нет? А, по поводу торговца. Смотрите. Сейчас я включу.
отключили. По поводу торговцев. Здесь мы можем с вами у торговцев. Вот здесь тут корабли, самолеты 9 на 9, 7 на 7, 3 на 3. И каждый из них нам будет, будет предлагать, к примеру, некоторые продукты. То есть мы можем продавать торговцу помидоры, а у него покупать там семена. Если прилетит самолет, вы можете покупать оксид в них. Давайте покажем, где он находится. Где эта штука? Так, переместить, добыть, закрыть. Вот у нас есть оксид. Лед, да? Лед. Погоди, а где у нас оксид? Летучее вещество. А вот это лед и оксид, да, есть. Так что будут прилетать самолеты, вы, в принципе, можете как закупать летучие вещества и лед у торговцев, так само и продавать. Но, в принципе, продавать нету смысла, так как по планете, так понимаю, его всего мало, то самолет прилетел, купили лед и оксид. Так само здесь можно закупать себе воду. Ну, то есть, вот, я купил себе лед, купил себе летучее вещество и купил себе, к примеру, там, водичку. И все. Все, я справился. Даже если, к примеру, у меня здесь все закончится на моей планете, все ресурсы, я могу спокойно это делать через торговца. Так что я зациклил, как говорится, свою систему. Мне теперь не нужно ни добывать ничего, ни париться, будет ли у меня вода, либо не будет. Просто нашел самолет с газом, заказал его, купил, продал. И, в принципе, все, и закончил. Так что больше нахождения в этой игре я не вижу смысла. Мы с вами, как говорится, справились. Мы с вами молодцы. Единственное, наверное, что для полного счастья можно будет поставить себе марсоход наш. Да-да-да, у нас же, в принципе, не важно. Сейчас мы построим наш марсоход. Где ты? Где эта штука? Разводной ключ, понял. Наверное, это единственное, что осталось у меня для полнейшего счастья, это построить просто марсоход. Раз, и... Так, и болгарка, да? Да. Все. Марсоход готов. Готовченко. Так. Дай закрыть. Понял. Сейчас поменяем и батарейку, и все поменяем. И что-то у меня еще, да? Или это... А, баллон с кислородом. С этим баллон. Где ты баллон? Вот баллон. Фильтр углекислый газ. Фильтр углекислый газ. Я здесь наделал много. Так, все. Это мы собрали. Дай сюда. Можно вот камесь кинуть в ямку. И идти смотреть. Все, марсоход есть, можно кататься, можно отдыхать, можно чилить, можно готовить еду, можно вызывать торговца и можно как бы наслаждаться жизнью. Я думал, конечно, построить себе вот такую вот огромную базу, там расставить все остальное, ну, как бы не. С основной задачей я справился, я выжил, я молодец. Здесь еще можно построить ракету, которая будет летать в космос и добывать вам эти, как его, если я не ошибаюсь, оксид будет добывать и руду. Сейчас, где тут уже ракета наша? Ракетный комплекс. Вот. Управление модуль автоматической ракеты и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я тоже говорю, что в этом нету никакого смысла на начальном этапе строить. Я думаю, ее можно построить уже в самом-самом конце, когда вы, в принципе, таки решили все. Я всего достиг, мне игра, как говорится, уже надоела. Хочу чуть новенького, строите ракету и улетаете, в принципе, домой на Землю. Не знаю, если в игре терраформирование, ну, то есть, чтобы здесь можно будет полностью сделать кислород, придатный для жизни. Если есть, то прикольно, если нет, то, ну, и ладно. Так что, в принципе, все, ребята, что к вам сказать. Я справился, я доволен, игрушка классная, но в нее нужно играть не так, как я делаю для прохождения, ну, то есть
Бегом, 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 добываешь ресурсы, добываешь то. Не, постепенно, не спеша, построили маленький модуль, какой-то там поняли, что он в принципе функционирует, берете за другой. Вам покамест вот эти вот взлетные полосы, ракеты, торговцы в принципе не нужны, так как ресурсов здесь Земле, повторюсь, еще очень-очень много. Ну, то есть вы сами видите, что здесь добывать, не передобывать. И это только чисто возле моего дома. А если так пролететь, давайте пролетим, посмотрим. А если пролететь, посмотреть, то копать не перекопать, видите, да? Золото, там кремний, летучие вещества, оксид. Так что, в принципе, как-то так, я не знаю, буду я проходить другие игры. Тоже стратегии себе понакачивал. И радоваться жизни, потому что в эту игру нужно посвящать очень много времени. Ну все, в принципе, всем, как говорится, спасибо за просмотр. Думаю, если люди захотят и будет 100 миллионов тысяч там лайков и комментариев, можно, в принципе, начать все с нуля на какой-то другой планете, но все будет то же самое. Ничего нового не будет. Будь вы начинаете, к примеру, там на Луне, Марсе, либо на другой планете, единственное, что меняется, меняется, к примеру, там температура воздуха. На одной планете будет сильно холодно, вам нужно будет обогрев ставить. На другой будет сильно жарко, вам нужно ставить охлаждение. А в принципе все то же самое. Так что все, ребят, всем мур-мур, всем пока. И, как говорится, услышимся, увидимся уже на прохождении других игр. Все, что хотел, я высказал. А если нет, то допишу, как говорится, в комментариях. Все, всем пока-пока и до потом.